Merhabalar. Şimdi size fırında karnabahar kızartması yapacağız. Сейчас приготовлю рецепт запекать буду цветную капусту в духовке. Az haşlanmış karnabahar. Здесь у меня цветная капуста, я ее буквально 2 минуты. Çok böyle iyice haşlamıyorsunuz. 2-3 минуты отварила. Karnabahar olsun diye patates de koydum. Havuç. Ay havuç. Пару штук морковки. Patates. Картошка. 2 tane yumurta kırıyorum. Bu tabi malzemenize göre değişebilir. В зависимости от количества овощей, может быть, конечно, яиц придется добавить больше. Немножко отварить также картошку, буквально 3-4 минуты в кипящей воде. То же самое с морковкой и с цветной капустой. Buna az süt koyacağım sulandırmak için. Süt yoksa su da koyabilirsiniz. Добавлю полстакана молока. Если нету молока, можно даже воду добавить. Az kabartma tozu. Где-то на кончике ножа, может чуть больше, сода. Süt yerine maden suyu da koyabilirsiniz. Şimdi maden suyu yok, şey yapmaz. Tuz, karabiber, nane, kırmızı biber. Черный перец, красный перец, мята и соль по вкусу. Вместо молока и воды можете добавить даже соду. Именно такую минеральную воду. Un koyuyorum. И добавляем немножко муки. Хорошо нужно размешать, чтобы не было компота. Şimdi bunları batırıyoruz. Сейчас беру овощи, просто макаю их со всех сторон в тесто. Тесто такое жидкое достаточно. И выкладываю на противень. Его я застелила пергаментной бумагой. Уже можно включить духовку, чтобы нагревалось. Yağda da kızartabilirsiniz. Esas yağda kızar ama ben hafif olsun diye bu şekilde fırında yapıyorum. Можно вот так вот макнуть в тесто и потом все это зажарить в сковородке в растительном масле. Но хочется, чтобы было более диетически, поэтому мы запекаем в духовке. Вы же можете приготовить даже на масле. Это будет очень вкусно. Точно так же морковку. И картошку обваливаем, макаем в тесте. Patateslerimiz de haşlanmıştı. Bunları böyle ister una, isterseniz böyle galeta unla bulayıp koyacağız. И картошку можно, в принципе, точно так же макать в тесто, которое мы делали, или же в муку обычную, или же в панировочные сухари. Мама это делает сейчас в панировочных сухарях. И это будет на самом деле очень вкусно, с такой красивой золотистой и хрустящей корочкой. Картошка, еще раз повторюсь, уже отварена. Не полностью, но до полуготовности. Yumurtamızdan biraz kalmıştı. Onu da ekmeğe buladım. Böyle az yağda kızarttım. Kahvaltılık çok güzel olur. Sadece o karışıma ekmeği bulayıp da kahvaltı için böyle kızartırsanız çok güzel olur. Осталось немного яйца, вот того теста. И мама взяла просто хлеб, порезала, помакала с двух сторон и немножечко на масле пожарила. Смотрите, какая прелесть. Очень классная идея для завтрака. Eline sağlık anne, çok güzel. Afiyet olsun. Bye.
para patlar.